честь почетного гражданина Магадана, заслуженного врача Российской Федерации Гордеевой Любви Артемьевны, здесь, по дороге в морской торговый порт, открыли беседку «Родник любви». Любовь Артемьевна ушла из жизни 7 лет назад. С ее деятельностью связано становление и развитие педиатрической и детской инфекционной служб Магадана. Любовь Гордеева участвовала в общественной жизни города, избиралась депутатом Совета областного центра, была представителем городского женского совета и участником правления Комитета защиты мира. О семье надо не говорить, семьей надо жить, утверждает Любовь Гордеева в книге «Имя ей любовь». В издании сын Юрий Гордеев кратко описывает очерк семьи. Память о враче рассказывают коллеги, и сама Любовь Артемьевна рассказывает о профессии, о жизни, о семье и о любви. В ее честь в 2006 году возвели памятное место «Родник любви», а сегодня беседку реконструировали и торжественно открыли. Сегодня, я говорю, это знаково, потому что роль врача, врача-инфекциониста, как никогда важна, оказывается, в нашей жизни. Поэтому я думаю, что этот родник, он станет одним из таких памятных мест в Магадане. И об этом событии, в том числе повторно, в 2020 году мы будем помнить. Родник любви у жителей Магадана популярен не только как живой источник, но и как место для романтических встреч настоящей любви с предложением руки и сердца. Я согласна. Ребят, я поздравляю, это замечательное событие. Ну а дальше мы вас ждем в городском ЗАГСе.